О заметных событиях уходящего дня расскажут корреспонденты телеканала СТВ и я, Ольга Бельмач. Добрый вечер. Сегодня в выпуске. Беларусь и Астраханская область прорабатывают совместные проекты в экономическом взаимодействии. Александр Лукашенко провел переговоры с губернатором российского региона. Евгений Горин о центральных темах встречи. В громком деле поставлена точка. Граждане из Беларуси, Литвы, России и Польши, которые участвовали в ограблении немецких банков, задержаны. Первый белорусский мусоровоз и автопоезд. Новую спецтехнику презентовал сегодня Минский автомобильный завод. О четырехколесных новинках, Дмитрий Байрович. Астраханская область России может стать площадкой для продвижения белорусских товаров в Каспийский регион. Перспективы расширения сотрудничества сегодня обсудили президент Александр Лукашенко и губернатор Астраханской области Александр Жилкин. Речь шла о взаимодействии в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и ЖКХ. Беларусь рассматривает Прикаспийский край как надежного и перспективного партнера. Евгений Горин о ходе переговоров. Последний раз губернатор Астраханской области посещал Беларусь официальным визитом в 1999 году. Однако с сегодняшнего дня отношения с российским регионом явно станут более интенсивными. Переговоры, прошедшие с президентом Александром Лукашенко, наметили сразу несколько крупных направлений для долгосрочного экономического сотрудничества. Кстати, в этом году это уже 7-я встреча Александра Лукашенко с руководителями российских регионов. Такая активность вполне объяснима. Межрегиональные связи считаются основой союзного сотрудничества Беларуси и России. С Астраханской областью за пару лет наметился серьезный прогресс в кооперации. В 2011-м товарооборот с регионом вырос почти наполовину, и это всего за год. И за последние 6 месяцев его увеличение продолжается. Вплоть до сегодняшнего дня шла обычная торговля. Беларусь поставляла грузовики, бытовую технику, продукты и покупала серу, рыбу, шерсть. Нам необходимо активнее использовать потенциал таможенного союза, единого экономического пространства. Уверен, субъекты хозяйствования наших стран еще далеко не исчерпали возможности для интенсификации взаимодействия. Беларусь готова участвовать в реализации программ развития Астраханской области, включая модернизацию его промышленного, сельскохозяйственного, строительного, жилищно-коммунального секторов. Наши строители обладают определенным опытом проектирования, строительства крупных инфраструктурных, социальных, промышленных объектов, а также жилья. Мы готовы участвовать в реализации в вашей области программы «Чистая вода», предложить свои услуги по модернизации системы водоснабжения, тем более, что мы такие мероприятия проводили и проводим в Беларуси. Мы готовы поделиться опытом выращивание мясного, молочного, крупного рогатого скота, строительство овощехранилищ, заводов по переработке молока, молочно-товарных комплексов. Делегация из Астраханской области во главе с губернатором Александром Жилкиным приехала представительная. Портфель возможных совместных проектов достаточно объемный. В регионе сейчас реализуется несколько программ по развитию агропромышленного комплекса. И, конечно, белорусский опыт мог бы прийтись кстати. Астраханцы как раз интересуются приобретением мясных и молочных пород коров. Беларусь рассчитывает на помощь в развитии такой сферы, как овцеводство. Стоит задача в ближайшее время создать стадо на 250 тысяч голов. А российский регион уже поднаторел в этом деле и имеет более 1,5 миллиона овец. МАС и Белкоммунмаш намерены принять участие в тендерах по поставкам агротехники городского транспорта. Мы хорошо знаем, что многие товары Беларуси, просто подавляющее большинство, весьма востребованы во всех прикаспийских государствах. Ну и Астраханской области я уже говорить не буду, потому что у нас 76% сельскохозяйственной техники – это белорусского производства. И, конечно, мы ее каждый год покупаем, обновляем там, до 500 единиц. Мы перегружаем и отправляем МАЗы, которые очень востребованы. И востребованы они и в Туркменистане, и в Казахстане. И я бы предложил правительству Беларуси рассматривать Астраханскую область как рынок не только чисто вот нашего субъекта и соседей там, Калмыкии, Дагестана, именно как площадку реализации белорусского товара, в том числе на казахстанское, туркменское, иранское, азербайджанское направление. Есть перспективы и в развитии сотрудничества белорусских тракторостроителей с Астраханской областью. В регионе начали выращивать хлопок. Нужно много техники наподобие той, что поставляется в Туркменистан. Шла речь о перспективах создания совместного холдинга по производству и переработке хлопка. Говорили о поставках отечественных льняных изделий в регион. Кстати, надо показать южанам, они же не возделывают лен. Не, мы не возделываем. Поэтому показать им нашу продукцию. Изделия.
Я уверен, что если мы привезем в Астрахань наши салфетки, простыни из льна и еще что-то, это будет такой фурор, как везде. Это все скупится сразу, просто я это просто знаю. Обеспечение роста экономического сотрудничества между Белоруссией и Астраханской областью – основная задача на перспективу. Губернатор пригласил Александра Лукашенко в ближайшее время посетить их регион. Возможно, будет уже что и показать в плане совместных проектов. Но определиться с акцентами делегация могла во время посещения белорусских предприятий. На Амкадоре российских партнеров приятно удивил ассортимент дорожной техники, срок ее эксплуатации и цена. Нас заинтересовала малогабаритная техника, которая может работать на улицах. Это уборка, это ремонт дорог, потому что город у нас старенький, улицы узенькие, поэтому она нам очень подходящая. Отдельная тема – рыбная отрасль. Здесь намечается целая программа сотрудничества. Астраханская область может помочь с разведением осетровок в Беларуси. Прорабатываются схемы устранения посредников при поставках рыбы из российского региона на отечественные перерабатывающие заводы. Это позволит на треть уменьшить стоимость готовой продукции. Одна из точек маршрута от делегации предприятия «Белрыба». Астраханцы не только ознакомились с производственным процессом, но и продегустировали образцы продукции. Мы готовы к сотрудничеству в плане создания филиала вашего завода на территории Астраханской области и уже возить оттуда готовую продукцию сразу в сеть торговые. Тем самым, то есть долю в рыбном рынке это предприятие может значительно увеличить. Делегация Астраханской области в Беларуси пробудет до 29 сентября, так что есть время для возникновения новых направлений сотрудничества. Евгений Горин и Татьяна Ревизори, телекомпания СТВ. Астраханская область приглашает Беларусь к реализации совместных проектов в нефтегазовом секторе. Об этом заявлено сегодня на встрече в правительстве. Этот российский регион в лидерах по разведанным запасам газа. Стороны обсуждали также совместные проекты по выходу Беларуси через Каспийский регион на рынки третьих стран. Шла речь о развитии овцеводства, выращиванию хлопка, разведению ценных пород рыбы. По итогам переговоров Беларусь и Астраханская область подписали программу совместных действий по развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества на 2013-2014 годы. По каждому пункту определены наши действия, определены ответственные работники. Мы видим сферу приложения в развитии совместных наших производств. Это работа с этих площадок на третьих страны, помимо Астрахани. Это создание совместных производств по машиностроению, по дорожной технике, по транспортной логистике. Вот эти мы 24 миллиона товарооборота, которые между нами есть, и мы говорим, есть темп прироста, это мало. Мы за два года должны удвоить, а то и утроить данные показатели. Мы знаем потенциал белорусского нефтяного комплекса с точки зрения умения структур, которые проводят разведку, которые производят бурение, которые могут точно так же скважины эксплуатировать. Мы предложили правительству Беларуси тоже посмотреть эту тему. Надеюсь, что здесь будет тоже реальная практическая реализация. Необходимо создавать системы связи нового поколения, мощные центры обработки данных, развивать на их базе новые секторы экономики. Это подчеркнул сегодня глава государства на совещании по актуальным вопросам развития сферы информационно-коммуникационных технологий. Все это для того, чтобы Беларусь заняла достойное место в информационном обществе 21 века, получив при этом максимальные выгоды. Небезосновательно, наверное, утверждают специалисты, да и не только, что наш век – это век информации. Ученые называют наше общество уже информационным. И наша Беларусь в этой системе должна найти свое достойное место. Именно достойное место. И делать мы это должны не ради того, что мы такие умные, красивые и что-то можем делать, а еще и потому, что это должно приносить нам определенные доходы, дивиденды для нашего общества, для нашего государства. Поэтому вопросом информатизации, развития информационно-коммуникационных технологий мы уделяли определенное внимание в Беларуси. Ну, как нам казалось, что достаточное внимание, а может быть и нет. Посмотрим, в том числе при обсуждении этого вопроса. Это может быть первое такое мероприятие, на котором мы тщательно и принципиально подходим к этим вопросам. Думаю, не последнее. За последние годы
очень бурно развивается интернет, поэтому и надо воспользоваться при всех его недостатках, очень много положительного, этим положительным интернета нам надо воспользоваться в Беларуси. И вот что для этого надо сделать, что у нас, в общем-то, есть, чем мы можем воспользоваться, что дополнительно надо сделать, мы сегодня должны обсудить. Но строительство в Беларуси сетей связи нового поколения, мощных центров обработки данных и развитие, возможно, на их базе новых секторов экономики, это очень важно для нашей страны. Государство находится в центре Европы, транзитное государство. Мы также можем извлечь определенные выгоды из этого. Я уже сказал, что исходя из того, что мы уже и имеем сегодня. Поэтому давайте обсудим эту проблему под тем углом зрения, что у нас сделано по указанному направлению, какие проблемы, какие возможны проекты и как мы их будем решать. Но при этом мы должны иметь не только в виду, что для любого проекта очень выгодного, в том числе надо деньги, но иметь в виду и национальную безопасность нашего государства. В ходе совещания сегодня рассмотрен ряд конкретных проектов в сфере информационно-коммуникационных технологий. Внедрение их позволит создать новые рабочие места. Даны поручения, которые в ближайшее время будут реализованы. Главная цель, которую ставит президент страны, сделать так, чтобы в сфере информации и коммуникации Беларусь стала в один ряд с самыми передовыми странами мира. Важно не только создать современную инфраструктуру, сети нового поколения, центры обработки данных и многое другое, но очень важно на базе этой инфраструктуры начать строить то, что во всем мире называют цифровой экономикой. То есть то, что принесет Беларуси и всем нашим гражданам новые источники доходов, новые рабочие места, новые услуги. Международные организации составили рейтинг государств с наибольшим числом пользователей мировой паутины. Из более чем 170 стран Беларусь расположилась на 34-м месте. Как отметили в Министерстве связи, это отличная оценка государственной программы, которая всего год работает в нашей стране. В рамках этого же проекта Беларусь уже к 2015 году должна войти в тридцатку стран с наивысшим уровнем развития информационных технологий. На 21-м месте расположилась наша республика по числу домохозяйств с доступом во всемирную сеть. К слову, если в среднем этот показатель в мире составляет 20%, то в Беларуси цифра вдвое выше. Из области экономики на новую ступень права. Высший хозяйственный суд Беларуси подписал двустороннее соглашение с аналогичными судебными органами Азербайджана и Сербии. Документ будет способствовать укреплению отношений теперь и в юридической области. Разрешение международных экономических споров будет проходить на основе общих стандартов. К слову, действия подобных договоров уже подкреплены эффективными результатами. Сегодня судебная власть Беларуси находится в тесном юридическом взаимодействии с рядом стран. География давно вышла за пределы СНГ. Перспектива такого договора рассматривается из Бразилии. Мы приехали, чтобы подписать соглашение о сотрудничестве, и мы ожидаем, что будут налажены новые контакты между нашими предпринимателями и между судами. Соглашение будет служить дальнейшему развитию сотрудничества между нашими судами, и в частности, оно будет способствовать созданию единой судебной практики, способствовать защите интересов наших граждан и иностранных инвесторов. Между нашими странами существует тесная связь во всех отношениях, в том числе и в экономических отношениях. И при возникновении экономических споров будет единый подход к разрешению этих проблем. Заключение соглашения прошло в рамках второго международного судейского форума, приуроченного к 90-летию экономического правосудия в Беларуси. Конгресс собрал в Минске представителей верховных судов разных стран. Служители Фемиды обсудят ряд вопросов, направленных на повышение эффективности исполнения судебных актов. Я с удовольствием приехал сюда, в прекрасный город Минск, прекрасным нашим соседям. Я хочу сказать, что Беларусь – это замечательная страна. Прекрасные люди здесь. Все председатели, которые сюда приехали, привезли с собой и опыт, и проблемы, и, наверное, предложения по разрешению вопросов, которые связаны с рассмотрением хозяйственных споров в целом в государствах внутри и между государствами.
В громком деле поставлена точка. Следственный комитет завершил уголовное расследование в отношении белорусов, которые участвовали в ограблении немецких банков. По оценке правоохранителей, из Беркас в 2009 и 2010 годах было похищено не менее 800 тысяч евро. В состав группировки входили более 50 человек, в том числе граждане из Беларуси, Литвы, России и Польши. В 2011 к уголовной ответственности более чем по 30 эпизодам были привлечены 8 жителей Гродно и приграничных территорий области. В этом году по 20 эпизодам вооруженных ограблений банков Германии, а также по другим фактам, к уголовной ответственности привлечены 3 человека. Благодаря тесному взаимодействию и сотрудничеству с немецкими правоохранительными органами, с полицией города Рекенхаузена, на основании просьбы оказания правовой помощи Следственным комитетом на территории Республики Беларусь проведена работа по установлению местонахождения троих участников преступной организации, которые скрывались на территории Беларуси, и фактически все действовали, были победены единой целью, подчинялись одному руководителю, который в настоящее время арестован и привлекается к уголовной ответственности, рассматривается уголовное дело в суде. Новую спецтехнику презентовал сегодня МАЗ. Линейка автомобильного гиганта пополнилась 2 машинами. Это автомобиль для вывоза коммунальных отходов, задней загрузкой и 3-осный автопоезд для перевозки зерна. Общая стоимость техники более 2 миллиардов рублей. Аналогов таких больших грузов в странах постсоветского пространства нет. О 4-колесных новинках Дмитрий Боярович. Линейка техники Минского автомобильного стала шире на 2 машины. Первая новинка – зерновоз. 30-тонная махина сделана по спецзаказу для Украины. 2 прицепа вмещают 70 кубометров зерна. В Киеве ее уже презентовали. После тестов на полях южной соседки испытают у нас. Машина изготовлена специально по техническому заданию, то есть полностью удовлетворяет требованиям потребителя, согласованы абсолютно все мелочи, то есть способ загрузки, разгрузки, транспортировка, вплоть до колес, шин. И на сегодняшний день в странах постсоветского пространства таких машин не делается. Что интересно, собрали машину меньше, чем за полгода. Пока автопоезд всего один, опытный образец. Однако к концу года выпустят еще 1000. Всех их отправят в Украину. Контракт уже подписан. К слову, еще одна экспортная модель, которую пока пробуют в Беларуси, тоже вышла в свет. Автомобиль для вывоза отходов. По-простому, мусоровоз. Это первый подобного рода спецавтомобиль белорусского производства. Он будет востребован в коммунальной сфере, в крупных городах, в городах, применяющих современные технологии, европейские технологии вывоза мусора. После завершения, эксплуатационных испытаний в 2013 году мы планируем его экспортные поставки в некоторые города Российской Федерации, Казахстан. Стоит такая коммунальная машина больше 1 миллиарда рублей. Для сравнения, цена европейских аналогов 150 тысяч евро, а качество то же самое. Правда, пока на минских улицах такую не увидишь. Не позволяют габариты. Она будет работать только во дворах европейской планировки, например, в Гомельской области. Впрочем, на этом МАЗ не останавливается. Презентация новой техники автогиганта уже стала ежегодной традицией. Минский автомобильный завод за последние 2 года, если говорить про экспорт, поднял свой объем поставок в более 5 раз. То есть 500% рост. Значит, если смотреть по товарной продукции, которая выпускается будет в 2012 году, стоит план 112% в этом году. И соответствующая цифра будет также достигаться и в следующем. Кстати, новый мусоровоз экологически чистый, с двигателем стандарта Евро-4. На них МАЗ перейдет полностью в 2013-м. А в скором времени, по словам руководства, автогигант выпустит авто с двигателем Евро-6 совместно с Мерседесом. Дмитрий Боярович, Валерий Науменко, телекомпания СТВ. Большая стирка. Крупнейший производитель бытовой техники «Атлант» с 1 октября выпустит новую стиральную машину, которая обещает стать серьезным конкурентом для аналогичной техники импортного производства. Белорусские специалисты создали машину с энергоэффективностью класса А2+. Новинкой уже заинтересовались крупнейшие зарубежные компании по продаже бытовой техники. Надежда Бука побывала на заводе, где собирают энергоемкую новинку.
Пока новинку можно увидеть только в процессе сборки. Над созданием стиральной машины нового поколения сначала трудились разработчики, а теперь роботы. Ручной работы здесь минимум. Специалист утверждает, что по техническому оснащению таких предприятий в Европе единицы. Сегодня «Атлант» выпускает около 1300 стиральных машин в день и около 300 тысяч в год. Модельный ряд пополнился еще одной техникой с загрузкой 7 килограммов. Новинкой уже заинтересовали зарубежные страны. У нас экспорт более 80%. Мы экспортное предприятие изначально, потому что, ну, с одной стороны, мы производим столько много товара, что его на 10 миллионов населения, соответственно, не требуется. География наша известная. В радиусе 2500-3000 километров целесообразно продавать продукцию. Берете Минск, проводите циркулем и видите всю нашу географию. Это Европа и бывший Советский Союз. Каждая модель стиральной машины на заводе проходит испытания на прочность, причем всех комплектующих. Машину запускают в этом испытательном цеху. Правда, без белья. И не стоит удивляться, если при покупке в барабане стиральной машины окажется вода. Наоборот, это свидетельство того, что она прошла проверку. Белорусские производители вышли на новый уровень класса А2+. С такой энергоэффективностью в семейном бюджете можно сэкономить. Мы знаем, сколько в месяц с вами тратим. Кто 200, кто 300, кто 400 киловатт-час электроэнергии. Вы считаете, если вы поменяете технику свою, то в эта часть будет идти на процентов 30 ниже. Впереди у нас модель с, скажем так, с большим объемом люка, вот, с новыми потребительскими качествами и с новым внешним дизайном. Надежда Бука, Дмитрий Травин, телекомпания СТВ. Всемирный день туризма отмечают любители путешествий. За последние десятилетия эта сфера стала разнообразнее. Активно развиваются спортивный, экологический, научный, лечебно-оздоровительный, а также круизный, сельский и деловой туризм. Особое внимание социальному, который доступен студентам, многодетным семьям и пенсионерам. В Беларуси немало интересных маршрутов. Растет популярность отдыха в агроусадьбах. Так только в Гомельской области до конца года планируют создать около 80 объектов агроэкотуризма. А туруслуги в республике оказывают более 1000 фирм. Почему туризм никак не становится для белорусов бизнесом? Кто едет к нам за Голубыми озерами? И топ-10, где можно отдохнуть в Беларуси. Сегодня во Всемирный день туризма об этом и проект нашего телеканала «Поговорим». Статистика такова. Наши страны иностранцы интересуются все больше. В прошлом году Беларусь посетили представители 179 стран. Правда, туристов среди них всего лишь 116 тысяч. Лидерство среди стран СНГ по организованным туристам сохраняется за Россией и Украиной. Далее идут Литва, Польша, Молдова, Латвия, Германия и Грузия. Показывать Беларуси нечего, говорят скептики, поэтому и туризм у нас такой вялый. Позволю себе не согласиться. Страну с такой богатой историей, как у нас, тем же средневековым наследством, еще стоит поискать. Другой момент – наш подход к туризму. Много ли мы сами знаем о своих святынях, замках и народном достоянии? Ведь и Всемирная туристическая организация уже давно вывела формулу «Тур успеха». О ней знают и пользователи сайта нашего телеканала. Здесь все просто. Туристы не поедут в страну, пока туризм внутренний не будет развит как бизнес. На маршрутах внутри страны должно путешествовать в 4 раза больше человек, чем на внешних. 4:1 – это формула. У нас, говорят эксперты, пока 3:1. Не добираем, но уже близки. Имидж европейской страны, где есть что посмотреть, хоть и медленно, но формируется. Но вот завлекать туристов еще нужно научиться. И это, заметьте, не мои слова, а чиновников из Минспорта. Программа «Поговорим» сегодня в 22:55. Смотрите, составляйте свой рейтинг достопримечательностей Беларуси. На этом у меня все. До встречи на СТВ.